Всем привет, вы на канале Криптомафия, и в этом выпуске я сделаю обзор криптовалюты Elastos. А вначале хочу сказать, что я не профессиональный трейдер, а только любитель, и хобби, и криптовалюта — это мое хобби. Elastos находится на 101 позиции в CoinMarketCap, можно сказать, в топ-100 входит, ее капитализация 47 миллионов долларов, 15 миллионов уже коинов намайнено, и 35 миллионов должно общее количество токенов. Коинов на майнице. Вначале она очень дорого стоила, один токен был 44 доллара, сейчас 3 доллара один коин стоит, и мы видим, что начало вышла монетка на бирже в 2018 году в начале, и был большой объем, можно было еще и X какой-то заработать, и потом пошел плавный падение вниз. Видим, что был недавно всплеск такой вот по объемам, и сейчас снова все утихает. По Elastos является первой ОС, которая будет использовать интернет как основную инфраструктуру, а не как приложение. Проект подчеркивает, что сетевые коммуникации и прикладные вычисления должны быть разделены, а прямой доступ программ в сеть должен быть ограничен, чтобы предотвратить появление вирусов и атак, особенно DOS, в интернете. Elastos также ориентирован на решить проблему привязанности смарт-контрактов к виртуальной машине. Например, это одна из проблем эфира. Elastos нацелен на создание нового интернета, который будет защищен и умен. Проект является open-source проектом, который получил спонсорскую поддержку в размере более 200 миллионов юаней от крупных компаний в Китае. По Elastos и их событиям. Поддержка Ledger Wallet сейчас будет, 30 апреля должна была быть, либо ранее. И видим, что в июне будет несколько событий, в сентябре и так же самое аж до декабря. Так что у них довольно много событий. По прошедшим событиям давайте пройдемся. Мы видим, что в этом году уже были несколько обновлений, что в декабре было 2018 обновление, выходы на биржи, встречи, то есть обратная связь идет, релизы были, сжигание монет было до 4 августа 2018 года, и еще ряд много других всяких событий по данной криптовалюте. И давайте перейдем на их сайт, ознакомимся с их сайтом быстренько и будем завершать на быстрый обзор данной криптовалюте. На сайте есть, сразу видим, roadmap, что немаловажно, чтобы посмотреть, что они делали и что они планируют делать далее. Какие будут обновления у данной криптовалюты. Их команда, white paper, все необходимое, все есть у них на сайте, чтобы ознакомиться, и это очень хорошо. На этом я буду завершать свой выпуск. Подписывайтесь на канал. Всем пока!